Ну раз видишь, я с тобой здоров, ты все живой, значит все нормально. Да. Так что я всегда рад тебя видеть, значит наша гордость. Да, дай тебе Бог. Так что всегда в любое время, всегда в любое время ты знаешь, что мы с тобой. Да. Самое главное, берегите себя. Буду стараться. Разбродный приехал. Ну, милый мой, вообще, да? Да, где молодец. Ты наш. Да. Это вот ему не терпелось Хабибу. Да. Извини. Не ошибаюсь. Да, не каждый день. Правильно, такая у тебя мужественная рука, молодец. Молодец, Спартак. Все, давайте, да. Все, спасибо. Спасибо. Спартак, ты крут. Это легенда. Баграт, сейчас забираю. Как вам матч? Спасибо. Спасибо. Как вам матч? Парсов, скажите. Карпин говорил, что он смелый футбол будет играть. Вам это показалось? Да, рыбик человек. Хабиб, скажите несколько слов, впечатления по матчу. Че, Серега, как тебе? Ну, Сереге понравилось. А вам? Мне тоже. Хорошая игра, очень хорошая. А чего не хватило команде, кроме голов, вот по-вашему? Что нового? Нас здесь не сидит только. От Черчесова команды. Да, привет. Да. Подожди, по спортивной гимнастике. Да. Молодец. Вам как матч? Понравилось? Хабиба не хватает только в составе. Для смелости? Для мотивации. Ему команда свежая. Свежая? Новых игроков сыграться. Как Захарян? Молодой парень, спасибо. Мы для нас лучший игрок. Для нас лучший игрок. Захарян и Гилерм. Почему Гилерм? Ну, хорош вытащил и уверенно играл. Эта команда лучше, чем та, которая была на Евро? Не, ну, Саламычем мы дружим. Вы давайте провокационные действия оставьте. Хабиб, на ваш взгляд, не хватало Смолова? Все-таки нападающий наш сейчас ключевой. Да, можно было бы Смолова, Макарова привлечь. Знаете такого? Конечно. Да, конечно. Да, да. Вот два, я думаю, можно было бы. А так хорошая игра. А Дзюба? Ну, Заболотный такой же, как и Дзюба. Такой же, от какой? Ну, такой же, как игрок, ну, по уровню. Но он все-таки был в года три лучших футболистов нашей страны. Сейчас я уже нет? Я тоже был долгое время чемпионом UFC. Ну, сейчас я тоже думаю, что ты ну, сейчас лучше. Там уже другой чемпион. Как считаете, эта команда может выйти напрямую на чемпионат мира? Спокойно. Уже спокойно. Уже дальше уже любых можно уже обходить, я думаю. Ну, с хорватами еще надо выезд знать сыграть. Там сложнее будет. Ну, легко точно не будет. Там уже, наверное, Ребич, Модрич не потянутся. Ну, тяжело будет. Ну, со второго ход обязан. Последняя игра с ними, с хорватами, так тяжеловато будет с первого места выйти. Не, ну, говорили перед матчем тоже, перед этим, что будет тяжеловато, мы сыграли хорошо. Хабиб, ты неделю назад сказал, что Спартаку поможет только Романцев. Это все-таки шутка была или как думаешь, что нужно Спартаку? Ну, такой же лидер, как Романцев, я думаю. Лидера нет вообще, ни тренера, ни в игре нет. Ну, это моя личная. А Джики, я твой друг? С Джики я пообщаюсь. А
Но не хватает, чуть-чуть не хватает, чуть-чуть что-то не хватает. Халипа, кто самый дерзкий в этой команде, как вы думаете? А сегодня? Ну, больше всего, ну, Захарян был. Он на острие хорошо играл. Ребята, удачи. Спасибо вам большое.